три картины замечательной российской художницы, которая, кроме этого, еще является нашим сотрудником. Вот. Это Ангелина Владиславовна Емельяненко, талантливый дизайнер и художник. Закончила Московский государственный художественно-промышленную академию имени Строганова, так называемое Строгановское училище, по специальности художник монументального декоративно-прикладного искусства. Ее картины экспонируются не только на выставках, но во многих частных российских и зарубежных коллекциях находятся. А здесь она, вот, глубоко чувствуя вертолетную тематику, все это положила на пол. Мне хотелось бы вам представить первый лот. Вот замечательная девушка, которая нам поможет. Это картина «Работа бортового комплекса обороны «Президент». Итак, мне бы хотелось сказать, что стартовая цена этой картины всего-навсего 25 000 рублей. Поэтому желающие могут принять участие.